Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов. Продолжаем проходить нечто. И вот где сохранение. Вот я его нашел. Короче. Что такое? Нормально все? А, сейчас, это, короче, бильярд, если он что-нибудь скажет про это, нет. Герой, нет. Ладно, окей. Короче, сейчас показываю. Вот этот коридор. И вот конкретно, блин, какая вот та, по-моему, дверь. Ну это же пиксель-хантинг тоже в каком-то смысле. Как, откуда я слышу конкретно? Остальные двери заперты. Ну, кроме какой-то мне. Не-не-не. Кроме вот этой. Нет, медпункт тоже заперт. Да-да-да, мы помним медпункт заперт. Предпоследний. Вот. Так, образец у меня есть. А, кстати говоря, про образец ничего не скажет. Про пакет он сказал, что пакет просто типа пакет. Пакет с образцом. Внутри образец крови из собачьего загона. Так, полегче, не колбасу режешь. Пакет с образцом. Тейлор, вот образец, проверь. Хорошо. Образец крови отдан, но независимо от результата, это уже штатная спасательная операция. Надо продолжить осмотр станции. Так, мы... Продолжить осмотр... Мне нужны лампы. А где нам взять лампы? Что у нас? Геологическая лаборатория. Закрыто. Так, ну вот ящик есть, давай посмотрим в ящике. Различные тряпки и ветошь. Стол с ящиками, посмотрим, что тут есть. Всяких ламп, бумаги. Так, а вот этот ключ, интересно, от чего? Так, ну-ка. Ключ с биркой. Простой ключ с биркой, осторожно, высокое напряжение. Понятно, это генераторное. Поехали. Так, здесь просто смотрю, есть какие-нибудь еще места. Ну да, здесь, в принципе, если вот тыкаться во всю эту хрень. Мне вот все время кажется, вот видите, какой-то вот лежит список, хочется его тыкнуть и посмотреть, что там написано. Так, либо... Не, ну это включил генератор, тут мужик, давайте попробуем, здесь у нас что? Надпись «Жилой сектор». Закрытый кодовый замок. Код неверный. Еще один кодовый замок, ничего себе. Так, а тут что? Ботаническая станция. Закрыто. Ну ладно, и главное было закрыто вот здесь. Спуск к генератору нам. Закрыто. Ну, у тебя есть ключ, как бы, чувак. Не-не-не, извини. А почему ты не хочешь его заюзать? С генераторной. Просто, наверное, все-таки, как если я правильно понял, то он пользует предмет вне зависимости. Ну, короче, если у тебя подходит этот предмет чему-то, есть в инвентаре, то он им воспользуется. Закрыто. Так, окей, поехали прям по порядку. Закрыто. Так, и мы пришли оттуда. А, это как раз тот самый кодовый замок, значит, дверь начальника станции. Так, значит, у нас два места, где есть эти кодовые замки. А, еще можно здесь зайти, отлично. Так, что у нас здесь может быть? Вот здесь, может, в комнате отдыха есть лампы. Хотя это было бы странно, на самом деле. Стол досуга, книги, настольные игры, журналы, некоторые зачитанные до дыр. Бильярд, не хочешь сыграть? Иван, книжечка. Так. Угу. Игровой автомат не работает. Бар. Оригинальная, неплохая подборка спиртного. О, Бьюарс даже есть. Но на работе пить нельзя. Так, ну это, возможно, нам... Так, а это что такое? Нет, нормально все. А, возможно, намек на то, что если нам понадобятся спиртосодержащие продукты. Так, сортир.
раковина. По-моему, там что-то блестит. Ну-ка, поройся. Зараза, так не достать, надо открутить сливную трубу. Так, открутить сливную трубу наверняка нужно взять какой-нибудь гаечный ключ, а это, соответственно, наверное, в вертолете. Так, окей. Я просто думаю, от чего может же быть ключ тут? Так, здесь я вроде все посмотрел. Поезд в двадцатке проседает в этом коридоре вообще жестко. Причем даже без фрапса. Включаешь фрапс, не включаешь. Так, это что у нас? Лаборатория физики, обсерватория. Закрыто, окей. Здесь у нас к этому, к какого? Блин. Ну-ка. Нет. Как тебя зовут, серьезно? Я забыл. Орн. Ну здесь вроде ничего не видно, здесь просто все расхерачено. Окей, я просто... Куда может быть? А, погодите, щиток он включал здесь, а здесь тогда что за щиток? Да, ключ отказался от этого шкафа, но мне там нечего смотреть, я не разбираюсь в этом. Печально. Так, ну значит, нам нужна сливная труба. Чтобы открыть сливную трубу, это нужен ключ, а ключ, скорее всего, есть в вертолете. Я вообще так понял, потому что там тогда на форуме было написано, что если что надо, тебе какой-то предмет, беги, короче, к вертолету, скорее всего, он там. Вот на улице прям 58-60, вот он держит. Выхвастаюсь, это такая игра. Так, да. 60 FPS держит. Так. Ставлю в карман. Отлично, трубный ключ. Ну, ура. Как я, в принципе, и думал. Погнали. Как же хорошо, что он умеет быстро бегать. Что он лопату брать не хочет, непонятно. Ну, ладно. Может, у него личная какая-нибудь неприязнь к лопатам, почему бы и нет. Так, это у нас в комнате отдыха здесь. Подожди. Бля, где комната отдыха? Так. Вот здесь. Да. Что ж там такое? Там, наверное, тоже какой-нибудь ключ. Вряд ли там люминесцентная труба. Попробуем. Достал. Какой-то маленький ключ, похоже, от шкафчика или двери тумбы. Так, окей, давай посмотрим, что он из себя представляет. Вряд ли он от двери. Похоже, что от тумбочки или небольшого шкафа. Мало ли, может, какая-то уже бирка на нем или что-нибудь. Так, а где у нас что-то было запертое? Давай сохранимся. Приятную музыку, успокоить нервы. Сейчас будем ходить искать. Так, здесь у нас вроде ничего запертого не было, он ни к чему подходить не захотел. Это коробки. Ковки, молодой туфтуфок. Так, нет двери. Окей, значит, двери мы вообще не трогаем. Здесь стол, там уже он открывает, вот это он открыл. Различные тряпки. А, да, различные тряпки. А, вот это. Пожарный щит и инструмент. Ну возьми топор. Чувак, как же мне это разговор. Ага, вот этот ящик может. Шкаф с хозяйственным инструментом закрыто. Угу. Не от него, окей. Это что такое? Ящик с чем-то? Нет. Это, по-моему, снегоуборочник какая-то херня. Похоже бы. О, сундук. Сундук? Мужик, сундук. Не хочешь сундук, понял. Это генератор, который это. Так, здесь, ну, ничего. Так, здесь еще. Окей, тут у нас наверх. Это метеорологическая станция. А, решеточка закрыта, да, сори. Это шкаф. Так, а где у нас что было заперто это?
Не помню, здесь было что заперто, нет? Может быть. Ой, смотри, пробил. Что за хрень? Прям, ну реально, ящик с этими с лампами, у меня... Так, может, док? Ай. Шкафчика или от стола. Так, уже тряпки, а вот этот стол я проверил. Окей. Эти все двери я проверил, тем более это не от двери. Почему тоже закрыт? А, кодовый замок второй, да-да-да. Оружейный шкаф, дверца взломана, не хватает нескольких единиц. Возьмите, которые хватает уже. Может, тут что есть, кстати говоря. Да не похоже, тут ящик с картошкой может быть. Вот там что-то такое серебристое наверху, то ли это просто связано что-то. Канистра он с чем-то полезным тоже. Бля, вот. Аж я думал, ключ от этой сетки. Не, подожди, еще раз. А, клочок, кстати говоря, клочок бумаги. О, здесь что-то еще не нашел. Клочок бумаги из псарни. 5. Вот 5, 7, 3. 5, 7, 3 и что-то еще. Прям жопой чую. 5, 7, 3 чего-то там. Я никуда не подглядывал, если что. Так, что еще? Значит, еще раз. Вряд ли он от двери. Похоже, что от тумбочки или небольшого шкафа. Но я просмотрел уже все, что было. Ладно, давайте сбегаем туда, к тому, мало ли. Он говорит, вряд ли, ну... Я думаю, бессмысленно было создавать в игре такой комментарий персонажа, если бы на самом деле персонаж сказал, а нет, все-таки это двери, знаешь, вот. Это было бы глупо как-то. Так, небольшой сарай. Закрыто, окей. А больше здесь ничего не было таких мест. Так, эту дверь они вскрыли, как понимаю, да? Основной вход на станцию. В смысле закрыто, они же вскрывали. А, нет, погоди, они вскрывали там где-то. Я думаю, это как так-то? Они вскрывали, вроде зашли через него, самое интересное. Так, а чего ж? Ну вот сундучок какой-то. А, вот же еще шкафчик. А сейчас будем тыкаться во все двери, что делать? Все равно здесь пиксель-хантинг, только другого характера.
Ну вот же шкафчик, почему тебе не нравится? У тебя ключ есть. Ну я не знаю, вот, вот прям же по идее, вот. Это дверь с кодовым замком. Это такая что-то. Щиток автоматики. Здесь что у нас? Металлическая станция закрыта. Давай попробуем в подвал, что будет. Хер. Ну я так, в принципе, и думал. Понял, понял, закрыто. Очень увлекательно. Так, что там? 5, 7, 3. Сейчас, погоди. А там сколько было? Здесь больше на одну цифру. Во! 5, 7, 3, ну, допустим, неверный. Сейчас будем пробовать. Да ё-моё. О, он сохраняет, отлично. Что-то срабатывает, а значит пароль правильный, а почему не открывается? Надо выяснить. Так, тогда я знаю даже у кого спросить. Хер с ним, короче, что там это открывает. Возможно, это откроет что-то потом. Так, ну-ка, чувак, смотри. Сэр, вы как раз вовремя, я нашел журнал радиста. Посмотрите, последняя запись. Да, почитаем последнюю запись. Ебать, колотить. Так, запрос на топливо и апельсины 12 февраля. 12 февраля. Обратите внимание, согласно вводному докладу, последнее отправленное сообщение 24 февраля. Но по журналу планировалось отправить сообщение 25 февраля. Информация об... непонятно, что написано. И отправить на несколько приемников, но решили ничего не радировать. Да, интересное развитие событий. Последний листок журнала пригодится. Дверь в жилой сектор, вот. Уоррен, мне нужна твоя помощь. Я пытаюсь открыть дверь с кодовым замком. Я уверен, что код правильный. Слышно, как срабатывает переключатель. Но сама дверь не реагирует. Надо посмотреть. Хорошо, сэр, идемте. Как я, а? 5, 7, 3... Ну, а там уже. Опять же, работает. Ты можешь без лампы это рассмотреть. Да, замок реагирует, но дверь, похоже, обесточена. Ключ от щитка у меня есть уже. Я его уже открыл. Красавчик. Ясно, как минимум проводка погорела, возможно что-то еще. Это жилой блок, надо туда попасть, там могут быть члены экипажа станции. Займись дверью, я буду у Гарриса, помогу ему. Так точно. Стоит еще раз тщательно осмотреть перед тем, как искать запчасти для ремонта. Так, у нас теперь другой персонаж. Проводка погорела, нужно метра два силового кабеля и новый предохранитель. Так, ну я уже догадываюсь, где его взять. А ты что скажешь по поводу этой кровяки? Нет, парень ничего не скажет. Ну и ладно. Скорее всего, у них все должно быть с собой, как мне кажется. Ну да, и он из тех, кто ходит без шапки. Обязательно какой-нибудь один такой найдется. Отлично, силовой кабель. У меня, к сожалению, больше здесь ничего нет. Так, ну зато у нас, значит, что нам силовой кабель и... что-то... и, господи, предохранитель нужен.
А, предохранитель, ну, либо в комнате отдыха, опять же, он может быть. Либо, возможно, взять предохранитель, хотя из того щитка брать, это здесь что-нибудь звездой накроется. Вряд ли можно было бы взять предохранитель из того щитка. Так, ну-ка, здесь у нас. Щиток автоматики, она управляется в том числе и магнитным, управляет в том числе и магнитным замком двери. Похоже, предохранитель силовой сети не выдержал, скачок напряжения добрался сюда. Но не все так страшно, перегорело управляющее реле, и сигнальную проводку заменить не мешало бы. Так, а если ты можешь? Так. А, понятно. То есть нужно весь комплект собрать, тогда ты будешь... Ну, в принципе, логично, что по частям. Так, тут что у нас? Пожарный щит, инструмент. Жечные тряпки, ветошь. Это я понял. Так, здесь по-прежнему ничего нет. Так, вот здесь что у нас? А здесь заперто. И я не нашел, чем открыть. Так, ну-ка. Там, конечно, все расхреначили, но, возможно, здесь нет предохранителя. Вся аппаратура разбита, но отдельные детали и электроники в порядке. Реле пригодится в другом месте. Так, ну реле это как бы несколько другое. Ну хотя... А, у них инвентарь общий, это хорошо. Кабель для передачи... Чё? Трехфазного тока. Электромагнитное реле для замыкания контактов автоматики двери. Так, по идее, это все получается. Ну, я как бы принес тебе реле, нет? Понятно, значит, все-таки предохранитель. Подожди, где мы еще могут быть? Поехали в... Вот сюда, а? Да. Где может быть... Так, теперь давай сохранимся. А вот, а во-вторых, где может быть... Где могут быть предохранители? Предохранители, они лежат в какой-нибудь маленькой неприметной коробочке. Где-нибудь, типа, вот здесь. Нет, бар. Есть свежий ром. Бар оригинальный. Ага. Бля, они даже говорят одно и то же. Это немножечко недоработочка. Вытащи, короче, из пинбола предохранитель какой-нибудь. Это сейчас такой был, знаете, этот. Отец электрик просто вы так сделал. Блять. Карточный стол. Игру не успели закончить, но кому-то повезло, собирался стрит флэш. Так, не здесь, окей. Здесь помещений пока открытых не так много, где можно что-то найти. Так, тык-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 тык. Чем мы не коним? Победить не хочешь? Так, здесь что у нас есть? Да хорош, ну где он может быть? Ну ебаный в рот, откуда я знаю? Ну как не пиксель хантинг? Ну серьезно, ребят. Ну... Вот откуда я знаю, где может находиться реле, блять, вот по логике этой игры. Ну просто интересно, где его в итоге я его не реле, этот предохранитель. Мне просто интересно, где я в итоге этот предохранитель найду. А, ну все-таки я попробовать хочу, да, давай. Точно, я же тут питание включал, и предохранитель запасной как раз. А, ну окей. А, все. Ну ладно. Раз запасной, тогда нормально, логично. Ну, в принципе, я правильно про щиток подумал, да. У меня есть все, что нужно, чтобы начинать. Провода поменял, предохранитель поставил. Чтобы пустить подачу электричества, надо последовательно взвести все 10 переключателей. Так. Ну. Вроде такая бы и все.
А! Господи. Выказывается, такие штучки, которые можно поднять, я думаю, просто их надо перевести в положение, но это так, окей. Опа, мать. Блин, ненавижу такие загадки, серьезно. Ладно. Так, здесь все поднято, здесь сейчас начнется чехарда. Все-таки назад переключаюсь. Я ничего не понимаю сейчас. Ну, блять, сука, ну я ненавижу вот это говно. Ну нахуя мне это здесь нужно в этой игре? Вот объясните мне. Знаешь, это, конечно, квест, это там не шутер, не хоррор, не еще что-то, но. У меня не работает башка с этими ебанутыми загадками. Просто, блядь, не работает. Ну, тут, сука, вот я одно нажал, все нахуй, все полетело. Я очень рад, серьезно, за тех, кто это может, блядь, разгадывать, но я такое разгадывать не умею, блядь. Следовательно, ну-ка. Все, может быть намного проще. Окей. Нет, нихуя не так. Ну все, так сделать. Да нихуя. Последовательно, говорит, надо развести. Ну, конечно, я и вижу, блядь, как последовательно. Последовательность-то откуда начинается? Опять же, какую-нибудь подсказку понять, с какой стороны что делать. Иди нахуй, сам все, блядь, как хочешь, так и делай. Я вообще никакой логики абсолютно не вижу в этих перемещениях. Ебанутый, нет, ты только что сделал. Так. Теперь вот это. Так. Блять, ну серьезно.
Сука, вот когда вот я почему не прохожу в основном ни квест, ничего, потому что вот это вот это абсолютно ебанутая тупая херня. Здесь нету, блядь, никаких абсолютно. Не знаю, в моем понимании нет ни логики, ни взаимодействия никакого типа. Вот если поворот, вот как я должен что определять, что делает вот это вот? Чурадмана обязательно делала. Нет, блядь, вот в один момент она делает, и в другой нет. Как хочешь, блядь, так это себе и вызнавай всю эту последовательность, какую их надо. Так. А я сейчас пиздой все накрою, все сделаю. А нет, неужели? Отлично, есть контакт. Я не... Вот серьезно, вот я просто тыкал наобум. Каким-то образом что-то у меня сделалось. Так, ну давай, все, открывай дверь. Нет смысла делать... Дальше водить код, надо разбираться. Чего, блядь? Так вот же я сделал все. Чё тебе не на какого хер ты не работаешь-то? Ну? Ну у меня есть предохранитель. И где, блядь, вот тут, сука? Где я всю эту кучу говна должен найти? Объясните мне, пожалуйста. Здесь все заперто, здесь ничего нет. Вертолет попробовать с разъебанного снять. Нет, ты не будешь ничего с ним взаимодействовать. Ой, ебать, ну вот начинается, ну что это, ну... Нужна еще целая куча, блядь, проводов, где я их буду искать. Да, хер тебя знает, где хочешь, там и ищи, блядь. Вот весело, если они все-таки тут есть. Просто поскольку я в прошлый раз в эту не ткнулся. А, все, да? Все, больше открытых дверей больше нет, другие двери не открываются, ни по каким ящикам, ни по каким чулам больше не лазает, и все как бы. Если реально пиксель-хантингом не заниматься сейчас теперь, где я должен, блядь, нарыть то, что ему надо, я хуй его знает. Это тоже дверь с кодовым замком, кода, который у меня нету. Он больше даже не суется, дверь он не открывает, а то я уже понял, бессмысленно опять в нее. Давай, ладно, это сохраним, окей. А еще лампы где-то надо найти.
Но он с ними говорить не хочет. Нет, все, здесь больше ничего нет. Да ёпта мать. Вот это вот что, блядь? Я понимаю, что я выгляжу как идиот, который долбится в одно и то же, но, блядь, все, здесь нет больше никаких полезных этих мест. Сигнальная проводка и управляющее реле. Где тут у меня чинки записать? Окей, есть еще где-нибудь такой щиток? Давайте ходить искать такой щиток, охуенно интересно. Я что-то таких не видел, по-моему, больше. Не, вот здесь нет нихера. Потому что у меня больше никаких вообще в голове не возникает логических цепочек. Со своими он разговаривать не хочешь. Где-то еще флуоресцентные лампы надо искать. Где-то что-то. Я, блядь, вот, ну серьезно, что это? Сколько вот получается? 40 минут? Сколько? 15 минут было чего-нибудь действенного, да? Все остальное я хожу, блядь, и ищу какие-то ебаную хуету какую-то. Не занимаюсь пиксель-хантингом, конечно же. Где, блядь, от этого реле должны быть запасные части? Где я, сука, их тебе высрать должен, твои запасные ебаные части, блядь? Я сейчас ткнусь в замок, он скажет, бля, отсюда же можно взять запасные части. Это будет вообще весело. Нет, не скажет. Все, нет больше никаких мест, куда можно сходить. Все, я буквально прокликал, все, нет больше ничего.
Здесь ничего нет, он сказал уже. Сначала кажется просто опиздохуительнейшей игрой, прям вот вообще. Ну я помню, я тыкался уже в эту дверь, я думал, да, мало ли, что изменилось, но нихуя не изменилось. То есть в вертолете нет, в ящиках нигде, или это именно на это был намек, что игра не закончена. Типа вот это вот все. Ты дошел, но починить ты ничего не можешь. Это не то, что она не законченная, она, блядь, не начатая толком нихуя. Все. Все, у него нет больше ничего того, что можно взять. А вертолет этот, он не хочет ничего с ним делать. Понимаешь, что вряд ли там из вертолета можно взять детали для, блядь, того, чтобы починить какой-то распределительный щиток на двери, но... Хорошо. Я ткнусь в каждую дверь, мне не сложно. Чего-то там маленький ключ еще тоже. Чего он, блядь? То ли это дальше будет, то есть, потому что здесь, типа, пока еще все двери заперты, туда пройдем, и там вот этот ключ откажется от чего-то, что там. Я просто про это прокликиваю все двери абсолютно. План станции, как удачно, это пригодится. Это не из категории пиксель хантинга, опять же, напоминаю. Че? И где он, блядь, этот план станции? Здесь? А, вот что не хватало. Так. Мне особенно вот эти вот нравятся внизу, вот это вот, где буква H, вертолетная площадка. Как отлично надписи прям видны там, да, прям охуенно. Вот жилой блок, да, вот эта дверь, генераторная, гараж, склад. Хули толку мне от этой карты, если все равно двери просто тупо не открываются и все. На склад он меня тоже не пускает, внизу в правом нижнем углу есть этот склад. Если бы меня могли пустить на склад, то, соответственно, мне бы, наверное, было значительно проще на складе. Ты, наверное, нашел бы, что мне надо. Блять, я думал, я сейчас загадкой на всю серию этой электрической засяду, хуй-то там.
закрыто. Ну, значит, ссылка на плейлист в описании. Я не знаю, найду я решение или нет. Если не найду, значит, эта игра пойдет нахер, потому что, ну, блядь, ну что это такое? Бегать. Я 20 минут бегаю, ищу, блядь, что там я ищу? Предохранители и управляющие реле. Сигнальные предохранители и управляющие реле. Охуенно увлекает. Ссылка на плейлист в описании, подписывайтесь на канал. Я, видимо, немножко поспешил в свое время, что это лучше, чем то нечто. Какие-то разные сорта пока что, не знаю. Типа с ключом, замком и прочее, да, было неплохо. Вот, не знаю. Я говорю, во-первых, логики в загадках непонятны, и здесь просто непонятно, пиздец. Ну, в общем, ладно, всем всего, играйте в хорошие игры, все вы знаете, все ссылки и прочее. Когда меня что-то раздражает, я не хочу еще херню проговаривать, вот. Все, что надо в описании, всем всего доброго, играйте в хорошие игры, всем пока. Короче, выяснил я все это дело. Хорошо, что это действительно тут, короче говоря, финал, но, значит, во-первых, хорошо полез разговаривать с тем, кто эту игру прошел уже. Ну, собственно, этот момент. Во-первых, надо прийти сюда. Опять же, ни разу не пиксель-хантинг. Куртки членов экипажа. Стоит осмотреть карманы. Думаю, они не будут против. Что-то есть. Этот ключ наверняка пригодится. Так, где... Да, я не ту кнопку нажимаю. Хорошая игра, прекращай. Вот он ключ. Небольшой ключ с брелком по размеру подходит к дверным замкам. Тут бы, как говорится, начать лазать по всяким этим. Я сначала думал, здесь вот у нас склад находится. Я думал, что она от склада. Но нет. Он не от склада. Идем. А то бы начал следующую серию писать. Идем. Вот у нас здесь была запертая дверь. Такие, оп. Открыто. Вот. Это совершенно рандомная дверь. Вот здесь куча всякого стафа, здесь вот динамит валяется. Это потом, видимо, в следующих уже понадобится. Он ничего про нее не скажет, про динамит. Ну, ладно. Различные запчасти для электронного оборудования. Ультрафиолетовая лампа, то, что надо. Сколько интересного барахла. Сейчас, пожалуй, нужен только сигнальный кабель. И теперь идем и чиним. То есть, на самом деле, ультрафиолетовая лампа, она... Ну, мы сейчас, естественно, поглядим. А, стоп, не туда я суюсь. А, ультрафиолетовая лампа нужна, чтобы прочитать эту фигню. Но мы, ну, я ее прочитал и без этого. Я разобрал, ну, вы все видели. Я молодец, я красавчик и все такое. Так, давай уж просто ради того, чтобы было все сделано. Так, компьютер, микроскоп, какая-то камера. Поставил лампу, вроде работает. Попробуем прочесть записку. Ну да, 5731. Вот, Андерсону премия за сообразительность. Код 5731, надо запомнить. Осталось найти, что этот код открывает. Так, ну и теперь, собственно, все. Осталось у нас маленький ключик. Он на данный момент, я говорю, ни к чему не подходит. Надо починить эту фигню. Щиток автоматики. У меня есть все, что нужно. Можно начинать. К счастью, здесь без головоломок. Просто берешь и записываешь. Готово. Сигнал проходит. А. Да, питание подано. Надо связаться с Хейзом. Это Уоррен, прием. Да, Уоррен, слушаю. Сэр, щит починен, питание двери работает. Отлично, иду к тебе. Так, жилой сектор. Закрытый кодовый замок. 5731. Opened. Давай на эту сохраняемся, на пятую. И конец первой главы.
Собственно, вот он, финал. Она сейчас выкинет меня на рабочий стол, потому что здесь не в меню назад, здесь на рабочий стол. А вот, поэтому я там какую-нибудь картинку подвешу. В общем, в чем смысл? Могло пока... Ну, опять же, я бомбил, не зря бомбил, потому что когда у меня что-то не получается, какие-то тупники, я, естественно, у меня сразу начинается вот эта вот бомбяжная реакция, поэтому я, опять же, прошу прощения, если бы сложилось впечатление, будто у меня прям это вот, блядь, какое же это говно. Нет, игрушка, в принципе, неплохая. На данный момент, поскольку пока ничего абсолютно, в общем-то, в ней, ну, нам показали завязку, да, показали, какой будет геймплей, и все. Вот, она вышла, по-моему, чуть ли не 8 месяцев назад, вот, буквально где-то вот-вот-вот-вот должна быть вторая глава, там уже что-то будет с анализом крови и прочее, я надеюсь, хотя бы какие-нибудь уже, хотя бы немножко пришельцев-то покажут, потому что, собственно, нечто. По идее, автор говорит, что 3 главы должно быть, соответственно, в третьей главе, наверное, начнется экшен. Вот, но если так учитывать, если 8 месяцев между первой и второй главой, ну, первая, наверное, дольше всего, потому что там нужно было все с нуля собрать, теперь уже есть карта, я надеюсь, у него целиком уже построена есть, то есть он чисто механики дорабатывает, вот, ну, третья, то есть где-то к концу года, наверное, будет готово. Меня интересует, что он сделает с самими, собственно, нечтами, как это будет какое-то сражение, потому что, видите, динамит здесь валялся, то есть как это будет в квестовом плане сделано. Пока, говорю, повторюсь, вот именно, как сказать, дизайнерские вот эти вот помещения, прочее, прям вот видно, подзапарился чувак, сделано очень хорошо. А геймплей, ну такое, я не любитель подобного, как я уже говорил, ни загадок, ни вот этого протыкивания углов, вот. Оно, конечно, понятно, что понимание пиксель-хантинга у всех разное, и здесь оно такое довольно щадящем варианте, но серьезно, блядь, я бы просто, не поглядев чужой ролик, не разговаривая с другим человеком, я бы в жизни не догадался, что вот эта вот фраза, сейчас я даже прочитаю, как она здесь звучит, в Readme. Так, в игре я хотел избежать пиксель-хантинга, не стоит обыскивать груды ящиков, бочек, мешков, там ничего нет, осматривайте шкафы, тумбы и другие более-менее очевидные логичные места. Ну, для меня вот после этой фразы не очень-то, собственно, очевидным... Господи, местом была куртка, и что в ней там один из ключей. Хотя, по большому счету, конечно, если подумать, то да, почему один из людей не мог этот ключ оставить в куртке. В принципе, да. Вот. Ну, то есть, рано или поздно, наверное, я бы наткнулся, потому что стал просто каждый угол протыкивать. Но такое ощущение, что я там тыкал. Я, видимо, просто тыкал в соседней куртке, она была конкретно вот на эту. То есть, прям вот, ну, блин, ну, по-моему, это тоже разновидность пиксель-хантинга. Понимаешь, что без этого, наверное, никуда, но как-то оно... Ну... Короче, не знаю, меня такой восторг не приводит. Но, повторюсь, именно как вот, во-первых, задумка, вот, потому что предыдущая игра, она была такая, мягко говоря, не очень, вот, и именно потенциал всего этого весьма хорош. Ну, посмотрим, чего будет по итогу получится. Вот, теперь уже точно все, поэтому говорю, прошу прощения, если там что-то где-то жестко прозвучало, потому что вроде как говорили, что автору скинут видео, вот, если бы прозвучало очень жестко, извиняюсь, но местами прибомбило, особенно с этой загадки. Вот. Я просто, возможно, там есть какая-то логическая цепочка, но я в загадке с этими тумблерами, я логической цепочки что-то вообще не разглядел. Но момент с тем, что можно, грубо говоря, поломать систему и сделать действия раньше, чем... То есть там не на скриптах все завязано, а именно на совершение определенных действий. Вот это прям вообще огонь. А вот, то есть, типа, я мог приглядеться, что-то на бумаге. То есть, и бумажка реально, это не две текстуры, это реально там, типа, бумажка сделана так, что ты можешь и без этой лампы приглядеться, прочитать и последнюю цифру. То есть, не знаю, как бы это баг или фича, то есть, возможно, ты хотел сделать так, чтобы этого не было видно, но получилось все-таки, что видно. Это, может, я такой глазастый, не знаю. А вот, но именно то, что можно заранее эту бумажку прочитать, ввести код, мне очень понравилось. Мне понравилось, что можно с этим с ключом, типа, когда мне открывает шкафчик, а у меня, это щиток, у меня там уже ключ от щитка. А, нет, ключ этот, наверное, был нужен, да, щиток-то открыл. А, нет, это открыл, тот был там с брелком электричества. Был еще маленький ключик, он сейчас говорит, как я понял, ни к чему, короче говоря, не пригоден. А вот. Ну, в общем, вот так вот все. Вот такая вот игрушка. Пока что. Я говорю, по идее, должна она... выходить и дополняться. И да, вначале это, оказывается, Black Sabbath. Я не знаток особо Black Sabbath, песня хорошая, но просто, оказывается, это был Black Sabbath. Его, естественно, по авторским правам тут же выскочило совпадение. И этот...
ну, Эннио Морриконе, вот эта тема нечто, и какого-то еще одного автора, который к Хэллоуину там к поздним частям музыку писал. Просто, видимо, где-то какой-то фрагментик еще был, он его тоже зацепил. Но это не важно, главное, что нет ограничений на просмотр, а все остальное, в принципе, насрать, поскольку партнерки нету, поэтому похуй. Все, вроде все сказал, нет, я как раз не стал говорить. Ссылка на плейлист в описании, подписывайтесь на канал, вступайте в группу, там, по ссылке перейдите автору, что-нибудь напишите, если игра понравилась. Не понравилось там свои, ну, сами скачайте, пройдите в конце концов. Ну, понятно, здесь когда знаешь, здесь за полчаса можно легко все это пробежать, тем более скипая все эти разговоры. Подписывайтесь на канал по обзору фильмов, на канал автора музыкальной темы, щелкайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых видео. И рассмотреть возможность поддержать канал материально, все ссылки есть в описании. Всем всего доброго, играйте в хорошие игры, всем пока!